Который, ну, невеста же может, ну, например, или, ну, не хотеть. Есть такое? Это будет считаться как бы... Ну... Да просто у нас такого нету. Нет такого? Может быть, раньше было, а сейчас такого нет. Вот, нет, здесь же у вас Дагестан, здесь же Дагестан у вас рядом, может... В Дагестане так, а они даже не сопротивляются, хочет, не хочет, она уходит замуж. Летний мальчишка, а тут заходит уже мужчина... А он с цыганкой-то женился? Женился с цыганом, он с цыганом жил. Он ушел к цыганам. А дети? Вот он вернулся назад и заходит в кипятку, заводит с собой эту цыганку. А, и двое маленьких детей, мальчик, ну, детишки, уже детишки. А что бабке было делать? Она испугалась, она приняла. Ну, она, конечно, там-то по-мыски не знает. И она ее, вот так вот, ну, бабка. Турнула там, вот, ничего, она по-русски-то не знает, она, а та по-калмыцки не знает. Вот она потихоньку, и деду обучал ее, ну, молодой же тогда, обучал. Бабушка была крутого нрава, но она была очень справедливая, говорит, и щедрая в том плане, что родственники, которые вот с ней кочевали, они у нее работали, она, ну, это считайте, без дома, без... А дом давала каждый раз, барана кушайте там... Еле нашла, думаю, где мы пальто вчера сделали? А, сейчас я, да, я... Комнат много, дверей много здесь у вас, да?